Ты говоришь мне все это, чтобы убедить себя, что ты уходишь с чистой совести, но ты ошибаешься. Почему меня приставили к тебе вообще, изначально? Для того, чтобы развенчать твою работу, Малда, чтобы заткнуть тебя и закрыть потом. Но ты спасла меня. Как бы трудно и мрачно не было временами, твой чертов строгий рационализм и научный подход спасали меня тысячи раз. Ты держала меня честным. Ты сохранила меня целостным человеком. Я обязан тебе всем, Скалли. Скалли, а ты мне не обязана ничем. Я не знаю, хочу я идти дальше один или нет. Я даже не уверен, что могу. И если я уйду сейчас, то они выиграют.